С 23 марта открываются 4 станции Некрасовской линии метро. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Подробности прямо сейчас. Агентство новостей «Москва» со ссылкой на заявление Дептранса сообщает, что 4 станции Некрасовской линии метро открываются на день раньше, в понедельник, 23 марта. С 5:30 заработали станции Некрасовка, Лухмановская, улица Дмитриевского и Косино. Уточняется, что закрытие Некрасовской линии было необходимо для подключения 6 новых станций к действующей инфраструктуре. За время закрытия сотрудники метро провели генеральную уборку и дезинфекцию. На время ограничений в работе метро был организован компенсационный маршрут наземного транспорта КМ от станции Некрасовка до Выхино. Запуск нового участка линии должен состояться 27 марта. Ранее сообщалось, что 4 станции Некрасовской линии закроются до 24 марта. Пока это все. Еще больше новостей из жизни российской столицы и не только доступно на сайте mymsk.online. Всего доброго!